Привет, это канал IT User Help. В этом видео я хочу показать пару способов, с помощью которых можно решить проблему зависания курсора мыши. Первый способ — это в поиске ввести диспетчер устройств. Диспетчер устройств. Находим. Так, еще раз для наглядности. Диспетчер. Ищем здесь среди рекомендуемых параметров диспетчер устройств. Нажимаем левой кнопкой мыши. Заходим. Далее здесь ищем мыши. Нашли мыши. По треугольнику нажимаем левой кнопкой мыши. И здесь видим нашу мышь. И на этом этапе нужно попробовать удалить, сначала обновить драйвер, попробовать нажать обновить, попробовать автоматический поиск драйверов, обновить и проверить, решила перезагрузить компьютер, проверить, решила ли это проблему. Если эта проблему не решила, то опять заходим в диспетчер устройств, заходим сюда, удаляем устройство, нажимаем удалить устройство, полностью удаляем устройство. Далее, чтобы заново установить мышь, нам понадобится, чаще всего понадобится просто вынуть мышь из USB и воткнуть заново. После этого в трее здесь начнется установка драйвера. Драйвера. Потом нужно будет зайти в диспетчер задач и постараться найти процесс нашей мыши. Он будет чаще всего называется point.exe. У меня сложно найти. И как после того, как мы нашли процесс нашей мыши, нужно будет нажать выбрать. Нажали на процесс, правой кнопкой мыши, свойства. Нажать вкладку совместимость. И здесь поставить галочку запустить программу в режиме совместимости с и выбрать какую-нибудь одну из предложенных вариантов. Такой вариант подходит, если драйвера вашей мыши писались под более раннюю версию Windows, чем у вас установлено. После того, как выбрали, поставили галочку и выбрали операционную систему, с которой будет совместим драйвер, нужно нажать «Применить», «Ок», «Выйти», «Перезагрузить компьютер» и «Проверить работоспособность». Также подвисание мыши может быть вызвано медлительностью компьютера, либо чрезмерной загруженностью компьютера задачами. Нужно тоже это учитывать и проверить.